пьесу снова заливает дико. Такой дождь еще минут 10-20 пойдет, то все, хана. Центр и Балковская снова уплывут в Черное море. Вывод даже не делают, канализация не чистит. Хороший ливень. Ну и вид с этой стороны дома. Понятно, что еще немного. И тут все поплывет. Тут Ерово еще туда не шло. А вот центр и Балтовская Фрунзе. Там, конечно, будет. А, это интересы все, конечно, там будет просто мрак. Куча слабых метров. День хороший. До встречи. Надеюсь, не уплывем. Пока.